внутреннего канала Российской Федерации. Будьте внимательны, находясь на объекте железнодорожного транспорта. Берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей. Вот в этом месте имеется захоронение. Пройдемте, я вам покажу. Смотрите только под ноги. Ну вот тоже, видать, наверное, я вот перешагнул даже. Вот за елочкой, посмотрите, это как бы тоже, наверное, холмик имеется. Вот, видите? Так, здесь... Так. Винокурова, так, ну тоже 54-й год. Проходим дальше. Вот Нерсисян. Да, где-то я еще тут натыкался. Просто надо посмотреть повнимательнее. Вот, наверное, тоже что-то связано. Ну, табличка, может, с той стороны. Ну да. Ну тут надпись, так, посмотрите, это 909-53 год. Проходим здесь. Могила была, но тут... Тут уже, вот видите, как бы, ну, наверное, тоже было захоронение, но что-то, но это памятник, это уже, наверное, может быть, меняли, а может быть, выкинули. Ой. Так. Ну, давайте посмотрим. Ошибка. Так. Нет, здесь уже навряд ли. Тут лес. Так, дальше. Вот с самой Галиной поговорить. Она постарше, конечно, меня. Все равно, может быть, что-то знает. Никто никогда не спрашивал про армян. Никогда никто. Первый раз вот вы. Я даже удивилась. Да, и как-то даже интересно растерялась. Про семью Григорян немножко я расскажу. Ну, как мы его звали, дядя Гриша, тетя Валя. И у них была дочка Мариэта. С Мариэтой мы дружили. Жили они у нас. Когда они приехали, я не помню, но жили прямо у нас во дворе, в летней кухне. Потом вот дядя Гриша построил избушку, которая в больничном переулке. Фильм снимаем. Хорошо. В главной роли? Да. Потом расскажу. Это улица Больничная, как была, так и есть. И, ну, тут уже перестроено. А вот с той стороны мы зайдем. Вот эта половинка перестроенная. А вот ту половинку они строили сами. Тоже была... Комната и кухня. Вот тут все заросло.
Можно даже вовнутрь попроситься. Здесь жили они. И вот они ее строили. Видишь, как они? Вот плетеная. Где-то бревна, где-то это. Ну, потом еще жили. Открыть не можешь? Видишь, как делали? Утепляли. Холодно. Зимы холодные. Зимы очень холодные были. Под 50 градусов. Так что это... Ну, сейчас вот он откроет. Конечно, там уже... Ну, как было, так и есть. Как печка была, все так же. Кто сейчас живет? Да никто не живет. Пока я все не ломаю. Ну тут уже все завалилось. Ты сможешь тут двигать? Во, видишь? Вот такая вот, как вот была печка, так и есть, ее переделывали. Вот эта комната, вот тут уже все. Все провалилось. Это была комната, это была кухня. Дядь Гриша готовил всегда очень вкусно, и вот эту бастурму я никогда не забуду. Бастурму сушил на крыше, на этой избушке, а мы с Мареткой лазили и дергали ее, ели, отрезали кусочки. Вот. Ну, а Марета здесь закончила первый класс, и в 56-м году, по-моему, по осени, они уехали. Еще снимаете? Да. Мое хозяйство. Вот, виноград есть. Я родилась здесь. Дед у меня белорус, бабушка тоже. Но они наполовину, дед наполовину поляк. Вот, они тоже, скорее всего, сюда попали не просто так. Но тоже никогда не говорилось в семье. Но... Видите, какой? Я родился в Саратовской области, город Красноармейск, южнее Саратова, 70 километров. Мать была в труд армии, а отец был взят по 58-й статье. Это политическая статья. 10 лет или выше меры. Приехал сюда в 41-м году, 3 октября. Добровольно принужденно. Переселили. Как тебе сказать? За недоверие. Если вам надо, у меня есть даже приказ Сталина о переселении наше. Можете сфотографировать его. Как недоверие, мы же там кучно жили, а война началась. Они боялись, что бунты. Первых, что я встречал из армянов, но я фамилии не знаю, но был Лёва, его звали, инженер-электрик. Был Хачатурян, Месисян, Табакян. Вот этих я фамилии запомнил. Они каменщиками работали, когда надо, лес заготавливали. Я вместе с ними в тайге был. Рабочие руки нужны были. С работы придешь,
топор на плечо и на другую работу. Что они потерпели, так и мы потерпели сталинские законы. Ну, как сейчас сказать, жаловаться на кого-то невозможно было, да и зачем? Это шило подарок мне от Хачатуряна. Когда они собирались уезжать в Армению, он стоял на базаре и кое-что из мелочи продавал, чтобы не тащить обратно дорогу. А так как мы дружили с ним и работали вместе, он мне подарил как память. Валенки подшивать, что надо. Ну, у меня и свои есть, но это как память осталась. Ну вот их везли по нашей улице, туда, в сторону Кемеровской области, мы видели. Вот я слышала, как пели песню они на своем языке. Много армян стало, семей армянских. А стали их расселять, кто смог, приняли. И они вот, мама у нас была гостеприимная очень, всех накормит. И они пришли, ну, у нас жили 3 года. Вот муж и бабушка, вот что Арутю, и бабушка Варсеник, и 2 сына Михаил, и, ну, по-русски уже и звали, и Александр, они работали в поселке Рассыпная, 30 километров от нас. Ездили они вот каждую субботу, в лесу работали, и приезжали на выходные, вот на субботу-воскресенье. Она у нас вообще гостеприимная была, мама. Трудяга такая. Да она и мать-то тоже, Господи, пережила их. Отца-то раскулачивали, кулаки были. 2 раза их раскулачивали. И бабушку мою ссылали с дедом в Нарым. 6 лет они в Нарыме пробыли. 2 мальчика было, 1-12, 1-7. И они там 6 лет пробыли в Нарыме. А потом приехали они, там, где жили, в Луговике. И его по линии НКВД в 37-м году деда забрали, и все, пришли и забрали. Ну как враг народа был, как против враг народа, что он делал за то, что трудился как пчелка. Ну и потом, помню, мама говорила, пришло письмо ей из тюрьмы от деда, вышлите мне носки теплые и чеснока. Но не разрешили ей выслать. А потом так он там и умер. Тоже пережили сколько много. И везли их на лошадях. И вот мне запомнилось, значит, ну, скарб это само по себе вещи. И почему-то вот эти телеги были засланы коврами. И они сидели на коврах. Мы тогда такой красоты не видели. Вот они все были ярко-красного цвета такого, значит, нет, и все были. Ехали они так, что это, их везли молча, они все это осматривали, эту местность, куда нас везут, как, ну, чувствовалась такая растерянность, что, ну, мы стояли у дорог, видим, что везут своим, как ребятишки, есть ребятишки. Среди них семьи врачей, семьи, значит, портных, семьи фотографов, сапожников. Скорее всего, это были депортированные армяне, которые, согласно распоряжению Сталина, были сосланы сюда, к нам, в Сибирь и на Алтай. В общем, они все были востребованы в тех тяжелых послевоенных условиях. Вот это я хорошо помню. Адская работа. Адская работа, адская. Как таковых механизмов не было. Пилили все вручную, ручными пилами. Крыжевали там по размерам. Сколько? Все было вручную, вручную, вручную. А весной уже, когда половодье наступало, реки поднимались, вот они этот лес сплавляли, значит, и сплавом он шел на лесокомбинат.
У нас первые армянские дети появились, когда я училась в третьем классе. Это 1953 год. Это уже моя одноклассница была. И Женечка. И Левка у нас, Мнацеканян, тоже учился в этом классе. Главная трудность для этих детей, наверное, все-таки не климатические условия, а языковый барьер. Во всех протоколах заседаний педагогического совета тех лет я находила фамилии армянских детей, у которых экзамены по русскому языку 2, запись оставлена на второй год или на осень, и редко-редко, где перевод сразу был по результатам. Вот, пожалуйста, наша любимица. В 1953 году мы вступили в третьем классе в пионеры, и вот такая фотография, где с ошибкой, от армян мы требовали, кстати, абсолютной грамотности, а тут «будь готов» через букву «Т» с мягким знаком «будь готов». Но мы под пионерским салютом. И вот Женечка, наша лапочка, и я, по-моему, руку выше всех держим. Мы были готовы к этим испытаниям. Мне 16 лет было, меня послали работать повару на поле. Там и армяне были, и работали они. Был армянин на тракторе. И они два брата, старший за рулем, Раштум был. Бабаян фамилию забыла, как фамилия-то. Я записывала и забыла. Вот. А младший Рафик, он был на плугу. Вот это я запомнила. Это было 50-й год. Седьмого ноября, день рождения советской власти, это установлено. Уже было до 30 градусов морозу, и снегу было вот так. Сейчас стало теплее, климат мягче стал, а то вот так было. И это, считай, ноябрь, декабрь, январь, февраль, это все снег. А в марте, в апреле уж начнет только таять-то. Зимы суровые у нас. Сибирь, Сибирь. Люблю твои снега. Одна девушка простыла, схоронили ее. И шали были вот так на них надеты, шали. А одежда-то вот у нас в Сибири-то, шуба да куфайка. А у них не было ничего. Это я помню. Я ничего уже не знаю сейчас. Кого бы спросить, кто больше мне не знает, кто семья работал больше. Но этих людей уже никого живых нет. Удобно вам? Удобно. Все. Нам тоже. Нам тоже. Все. А помните, как армян привозили? Кое-что-то помню, а что не помню, мама рассказывала. Вот она наоборот, дочь, уж внучка да помнит, а я уж, видите, забывать стала. Так они что-то мало побыли у нас, потому что негде было жить-то, холодно же было. Сажали картошки, по 600, по 700 ведер картошки накапали на семью, если кто не ленивый был, и лопаткой копали все. Картошка есть, значит, мы богатые, все, мы сытые. Я помнить это не помню, я только помню тогда, то времени. В рассыпной основная их, значит, тут была участковая, тогда, видите, они были
вольные они вообще-то были, значит. Но под контролем они были милиции, значит, вот. Дисциплина была лучше, чем сейчас. Поэтому я заключение даю вам. Я же прогул сделал, тебя наказывают. Или выслуга, если ты получаешь. А если не выслуга, так зарплаты накажут. А сейчас шарплаты в Алтай, понимаешь, я говорю, так, пожалуй, за решетку сразу. А тогда вы были счастливы? Нормально. Нормально или счастливы? Нормально, счастливы. Тут армянскую свадьбу делали. Я даже свадьбу смотрела. Ночью с факелами ходили. Это было. Помню, один армян, жена болела, умерла. И осталось два мальчика. Одному, наверное, года 4 было, другому лет 6. И вот они зимой жили в бараке, выскочут голые совершенно, и по тропинке сколь пробегут и обратно домой. Вот, а он один работал. И сильно бедно жили. Это невыносимо так жить. А потом-то они довольнее были, рады были, что вот видишь, как хорошо все. Пели, плясали, и да все было. Я вот одного помню, Размик, он такой шустренький мальчишка был. Но он уже шофером потом работал, нам доверял руль, мы ездили. Так вот я его хорошо помню. И одна девушка была с ним же тоже. А вот как ее звать, я уже забыла. Помню, приехали, они это заблудились было, но вот отец ходил, проводил, вот познакомились, и его звали Бала, он как, а у них девочки Седа, Люси, мальчик Бакрат. Было, познакомились. А мать, она, наверное, русский язык не знала, она все сидела. Вот мы заезжали к ним, тоже познакомились, когда мы ночевали как-то у них, приглашали. Но вот Седа, она старшая была, она хорошо по-русски разговаривала, так мы общались с ней. И на полянку как-то ходили, там играли. Ну, там были еще армянские ребята играли, но их не знаю, не знакомились. Вообще-то я тоже
и небольшая она была тогда. Все как-то боялась. И тоже не русские люди ж приехали, армяне, но вот как-то боялись и все. Палатки были где-то вот здесь, вот так вот. Такой, как поселочек был тут. Поставили их, привезли уже осенью. Ну, это мастерские были здесь. Токарный цех был, и это моторы делали, двигатели здесь вот. Тут слесаря тоже армяне работали, хорошие были слесаря. Учили еще тут вот некоторых парней вот, наших. А народу было много, народ, много было армян. И девочки, и мальчики были. В классе 7-м, помню, Паргев был. Багдасарян парень был. Девчонок не помню. А Раян была. С 1-го класса девочка учились в одном классе. Три смены учились в школе, по первости. Небольшая была школа, первая тут вот, вот где дом стоит, вот этот сейчас вот. Ну, где-то тут вот школа была. А потом ее сделали туда, вот где она сейчас есть, туда ее сделали. А где речка? Вот речка, внизу. Вот. Она сейчас какая, она речка-то была весной, особенно в разлив-то. Так лес только стукоток идет, лес сплавляли по ней. А сейчас такого ее перешагнуть можно. Там речка-то вон какая маленькая стала совсем. Вашему, почему их выслали? Ну, не знаю, Иосиф Сталин. Что-то там. Так говорили вроде. Сталин им вроде выселил оттуда что-то. Что-то они вроде не знают даже путем. Что-то говорили, я сейчас не помню. А вы помните день смерти Сталина? Помню. Как раз в марте было. Помню. Я то ли в 3-м классе учился, то ли в 4-м, не помню. Помню. Что ты, плакали все тут, отец родимый умер. А после этого жизнь стала лучше? После чего? После смерти Сталина. Да что она стала лучше-то? Как говорится, крестьянину-то все равно тут шибко-то, житье-то какое было. Все равно, как говорится, плохо. Вот. Вот что было. Скамеечку держишь, 1,5 шкуры отдай. А 1,5 шкуры где брать? Свою отдавать. Да там не налоги это. Обдираловка была. Картошка еще не успела поспеть, уже приехали. Давай, план надо выполнять, план. Картошку выкопали,
приехали, забрали, все, до свидания. Вот, снимки надо, нарвите. Курицу держишь, 100 яиц отдай. Она снесет, она 100 яиц или нет, отдай. Не отдал, знаешь, на будущий год будешь должен. О, тогда нам счастье валило вовсю. Только не дай бог никому такого счастья. Я не желаю даже никому. Баграм был, да, Баграм. Он все, придет в магазин. Там же пайка давали тогда хлеб. Вот пайка тебе положена на рабочую руку, там сколько? Килограмм. И там сколько на иждивенце, сколько там, на иждивенце по 200 грамм давали ты там. Он все кричал, придет в магазин, ругаться, кричит. Начальника материт, начальник участка был. А вот ваграмм, килограмм, а начальник булька. Начальник, значит, булку может взять, а ваграмму только килограмм. Как разорется. На весь магазин. Вот это я хорошо помню. Ваграм его звали, Ваграм. Ой, не дай бог никому это. Это не жизнь была. Это действительно каторга. Что они были сослаты сюда на каторгу, а мы по собственному желанию тут жили на каторге. Да у собака-то все не уедут. Ну давай я вот так вот навалюсь. Помянут, хоть это армянцы помянут. Хорошие были парни, хорошие. Сказать про них ничего плохого нельзя. Что было, то было. И жили дружно. Я говорю, как же дружно жили это. Это, наверное, больше не будет никогда этого. И так вам тихо, спокойно, все. Ничего не надо. Вроде бы какая-то бы особенность, вот, злость какая-то бы вот, на людей была бы. Вот, или армяне на русских, или русские на армян. Но это же не было. И все жили дружно. Ой, да у собака-то. Давайте, счастливенько вам. Вот она, да. Вот имя не помню я ее. Фамилия Рутюнян у нее была. Мы учились в первом классе. Такая была черненькая, миниатюрная, курчавые волосики. Красивая девочка была. Ну вот, играли вместе. Покажи себя. Где ты? А я вот. А я? Так. Вот где. Вот. Мы вместе учились. Мы учились в одном классе. Мы с папой пошли, однажды после рабочего дня пошли к этому мужчине. Он, мужчина, был мастер по пошиву тапочек и сапог. Меня папа посадил, значит, на скамеечку, и вот они с этим, по-моему, его звали Ашот, этого мужчину, вот такой симпатичный. Окладистая борода такая, волосы с проседью черные. Красивый мужчина был. Потом они попили чай. Чай был с травами, это точно. Мне папа дал из своей кружки попить. Вот. Я такая скромная, конечно, маленькая была. И дядя Ашот, он подарил, надел мне на пальчик, вот на этот пальчик, колечко. Я говорю, тебе, девочка, ты хорошая, вела себя хорошо.
значит, я тебе подарю вот колечко. И колечко, ну, или пластмассу, или какое-то было красивое такое, кроваво-красное. Я такая была счастливая, вот счастье было, вот представляете, девчонки деревенское колечко подарили. Вот попали они в Блиново. Там и работала моя мама. Она сама-то была 17-летней девчонкой. Вот угонят родителей на работу, мать. А куда ребенка-то этого девать? Его их никуда не брали. И вот каждая потихонечку скажет: Лидия Васильевна, да возьми моего там. Пусть он там у тебя где-нибудь посидит. И вот она говорит, я брала на свой страх и риск. Брала этих детей и школьников, и не школьников. И как-то вот обогревала, у себя держала. И вот все, говорит, председатель сельсовета мне говорил: Ну, Васильевна, ты дождешься на свою голову. Тебе, говорит, попадет. Если кто-то узнает, что ты пригрела их, все, тебе конец будет. Она говорит, ну пусть мне конец будет. Ну, хоть дети будут тут. В 1987 году, я точно не помню, Геворгян Эдуард из Еревана, он нашел маму, он строитель мостов. Он ее крутит, вертит вокруг себя. И говорит, вот я вас нашел. Сумок у него было там, я не знаю даже, сколько он сумок привез. Арбузы, яблоки. Чего только он ей не навез. Это, долго не разговаривали, она его все углаживала. Он ее углаживал, целовал, там вообще картина была. А он специально искал ее. Специально ему наказала мама найти ее. Вот найди там обязательно Лидию Васильевну, поклонись ей в ноги и скажи большое спасибо. Просто для истории это, да, вы, как вам надо, да? В леспромхозе работали, даже был среди вот этих рабочих, он даже был чемпион мира по боксу. А вот сейчас подойдем к ним, где они жили. Подожди. Вот здесь у них огород был. Вот. И тоже картошку садили, да так вот. Вот это место. Вот, видите? А вот этот здесь у них стоял, вот тут у них землянка была. Здесь они жили, вот, в этой землянке. Вот. А землянка была, знаете как, в землю выкопана, где-то метра полтора. Сверху обложено бревна срублено, вот как сруб вот это тоже. Ряда 4 срублено сверху. И крышка. Ну и туда, как в подвал. Вот как бы подвальное помещение, да, вот спускаешься там. Ну, вверху в самом окошечке были маленькие там, вот, сделаны. Вот. Не за что, давай. Ну вот, дед говорил, что это. Потом, это уже позже, что они пожалели, что с Ирана уехали. Родимая земля тянула на родину-то. А вместо родины их, видишь, сюда. Их сюда, а наших кого? Посылали в Нарым. Это еще север Томской области. Вот у меня дедов брат Иван был. Он псаломщиком был в церкви. Его сослали в Нарым, он сбежал оттуда. Вот здесь на болоте скрывался. Потом это заболел с туберкулезом. Ну, сдался, его расстреляли. Заходите. Но у меня есть вашего земляка песня. Вот они зачем ехали, я вам поставлю ее. Мовсисяна. Нет, я к чему говорю, что
вот если дед говорит, что они пожалели, да, зачем ехали, там вроде жили хорошо они, да? А вот ехали они за, вот, знаете зачем? Вот зачем. Я думаю, что вот за этим вот. Вот сейчас узнаете, зачем они ехали сюда. Да, вот они. С этим и ехали. Вот он. Вот. Родина, земля. Дороже нет. На родину ехали-то. Тепло ее в душе у нас хранится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Родимая земля, мой праздник и покой, она одна, поверь, и поможет. Как в детстве я хочу прижаться к ней щекой, иного счастья нет и быть не может. Как в детстве я хочу прижаться к ней щекой, иного счастья нет и быть не может. Родимая земля, достоинство мое, вся жизнь моя не меньше и не больше.